Раньше я писал кулинарные рецепты, а теперь у меня есть веб-камера, поэтому я буду их сейчас вам показывать. Смотрите, для этого нам понадобится, значит, доска для резания чего-либо, крекера. Крекеры покупайте в магазине, они очень, неважно, короче, должны быть соленые крекеры. Пачка крекеров, сыр, масло, ну это вы знаете, как все выглядит. Сыр можно использовать обычный, российский или брынзу. Вот, видите? И масло. Масло по вкусу, в принципе, мой рецепт. Можно сделать мое блюдо, можно сделать и без масла. Так вот, рассказываю, что это вообще такое. Значит, это совершенно потрясная, очень калорийная пища. Калорийная и, значит, полезная. То есть это реально здоровая пища. Да, сложно, когда не хватает рук. Значит, видите, вот этот сыр. И вот этот сыр, и вот это масло. И вот крекеры. Достаете крекеры. Вот, значит, показываю. Достаете. Да, чем хороший этот рецепт? Хотел сказать, чем это блюдо хорошо. Хорошо для людей, которые торопятся, опаздывают, но они хотят есть. То есть им, значит, для поддержания жизненной энергии нужно питательно поесть. Берете крекеры, значит, выкладываете и отрезаете, значит, вот этим ножом. Так, я переверну, чтобы там, чтобы вы не думали, что я проклятый рекламщик. Вот, отрезайте кусочки сыра, квадратные там масло. То есть сначала отрезайте на доске, потом кладете на крекер. Если вы будете на крекер намазывать, естественно, он сломается, будет очень плохо. Вот. Если вы сначала отрежете полоску сыра и полоску масла, и все это аккуратно положите, то сверху вы сможете это прижать еще одним крекером, положить в контейнер для переноски еды. И даже не только дома, то есть это буквально, понимаете, да, это готовится каких-то всего лишь 5 минут, но это действительно вкусненькая штука. Там прочитайте, короче, чем полезен сыр, какие там витамины, масло, крекер, то есть есть и белки, и углеводы, это офигенно. Значит, ну, берете, делаете этот бутерброд, к сожалению, одной рукой я не смогу это сделать. Кладете в контейнер для еды. Все, вы можете просто, вот честное слово, вот эти вот крекеры, значит, я сегодня, значит, сегодня решил сделать бутерброд из крекеров. Я объелся буквально, ну, я не знаю, 5 или 6 бутербродами так, что, ну, не могу больше есть. Буквально я очень-очень сыт. Вот. То есть это как для меня, считайте, там, спортивное питание, ну и даже те, кто не занимается спортом, они тоже могут это съесть, и им будет очень хорошо.